Всем привет! Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт, который разгорается между жителями Дагестана и Чечни. Напомню вам, что в ночь на 11 июня жители города Кизляра снесли указатель с надписью «Чеченская республика», установленный на границе с Дагестана и Чечни. «Всем салам алейкум», пишет Хабиб в инстаграме. «У меня вопрос ко всем, кто обеспокоен ситуацией относительно земель на границе с Чечней? Там вообще когда-нибудь была зафиксирована четкая граница между нашими братскими народами? Как я знаю, проживающие там на границе земляки примерно знали, у кого какая территория. И теперь, когда нам начали ставить границы, и соответственно разделяя нас и на подсознательном уровне, у нас пошел раскол. И в этом расколе я вижу виновных с обеих сторон. Надо с народом считаться. И надо народ собирать и делиться с народом планами. А для этого у нас ведь есть власть, которая несет за это ответственность. И я вижу, как на нас, спортсменов, идет колоссальное давление. Типа давайте все высказывайтесь, газуйте, призывайте. Но у меня есть один вопрос, куда газовать-то? Это очень сложная ситуация, в которой нужен особый подход. И мое мнение, что нужно всем вместе собраться, как политикам, так и старейшинам и жителям этого региона, и решить эту проблему, идя навстречу друг другу и с уважением и с любовью ради Аллаха. Я всегда считал и буду считать чеченцами братьями. Для этого хватает просто заглянуть в историю. Пусть Аллах направит нас на истинный путь и даст нам терпение и правильного понимания в это смутное время. Вот такой довольно объемный пост опубликовал чемпион UFC. А по словам главы Дагестана Владимира Васильева, дагестанцы, убравшие дорожный знак, восприняли его установку как наступление на их территориальные интересы. И он также заявил, что власти Чечни установили дорожный знак на своей территории, отметив, что указатель находится там, где между двумя республиками нет никаких разногласий.